Всем привет! С вами Яна Черней, и вы на канале «Изделия своими руками». Сегодня у меня вот такой хвастик. Я получила посылочку от Юлечки Капелюх. Группа ВКонтакте называется «Канзаши». Ссылочку я обязательно оставлю в описании. И вот ждала я свою посылочку, и Юлечка мне написала, что внутри меня ждет сюрприз. Так что давайте смотреть вместе, какой именно сюрприз здесь внутри. Я уже скотч открыла. Сейчас открываем посылку. Упаковано все вот здесь, упырка. Открыточка. Очень приятно, спасибо. С повагою, группа Канзаши. Юлечка, спасибо, очень приятно. Здесь тоже подарочек. И еще одна вот такая красивая открыточка. Как приятно. Дякуємо за гарні МК. И здесь внутри вот такая мышка. Это мыло, насколько я понимаю. Спасибо. Еще здесь есть шоколадка. И давайте смотреть, что же здесь внутри. Коробочку я пока отставлю в сторону. Вы уже видели, что все красиво упаковано. И буду доставать по очереди. Вот здесь у меня есть пакетик. Это я не заказывала, это все подарок от Юлечки. Очень красивые крышки. Это под эпоксидку 5 сантиметров. Ну, очень крутые Деды Морозы. Зайки. Помните, такие были на открытках в детстве? Так, что? Что здесь еще вот такие котики, елочки, единорожки и лол. Далее здесь еще есть вот такой пакетик. Даже не представляю, что внутри. Это тоже я не заказывала. Ой, как красиво, это наклеечки, когда мы упаковываем наши заказы, чтобы клеить их. Вот такие. Еще есть вот такие. Очень красивые. Юлечка, еще раз спасибо. Это тоже подарочек. Патчи, сердечки, короны. Еще есть вот такие короны. Бабочки. И вот такие. Так, это тоже я не заказывала. Это тоже подарок. Боже, как приятно. Давайте смотреть, какие здесь ленты. Такую ленту вижу впервые. Это атласная лента очень хорошего качества и вот такой серебряный горох. Камера, конечно, не передает всю красоту этой ленты, но она шикарная. Еще есть вот такой горох розовый, тоже такой у меня не было ленточки. И вот такие горошки. Подозреваю, что эти все ленты из Китая. А вот еще такие горошки есть. Зимняя ленточка. Совушки. Цветочки. Сердечки. Как раз актуальные к Дню Святому Валентина. Зайки. Цветочки. И лол. Еще есть вот такая интересная ткань. Даже не знаю, как она называется, но очень красивая. Наконец-то я добралась до сундука с сокровищами. Это тоже я не заказывала. Давайте смотреть, прям руки чешутся. Здесь в первой ячейке вот такие интересные пряжки. Металлические.
таких тоже у меня еще не было. Еще есть вот такие серединки. Так, здесь еще я вижу, вау, вот такие совушки. И еще есть маленькая. Сейчас я вам ее достану, покажу. Вот такая красота. Это во второй. Третий у нас она большая. Вот такие Деды Морозы. Тоже очень красивые серединки. Так, здесь серединки. Еще у меня здесь есть стразовая цепочка. Большая и маленькая. То есть камушки большие и маленькие. Ставим обратно. А здесь прям такая интрига, правда? Вау! Боже, какая красота! Юля, ты меня убила. Спасибо большое. Так, я уже не могу говорить. Здесь такие пластиковые серединки. Разных цветов, руки трусятся. Такие есть в ЦАПах. Тоже очень люблю такие серединки использовать в брошках. И вот такие серединки. А еще вот такие. Здесь тоже что-то переливается. Так. Это вот такая цепочка. Тоже можно ее использовать в изделиях. Если вы помните, то я делаю украшения из бусин. И это у нас, я так понимаю, серединки для бантиков. Тоже очень красивые. Тут вот такие маленькие короны. Конфетки. Цветочки. И еще вижу... Так. Вот такие цветочки. И еще есть бантики. Не могу достать. Вот. Какая красота. Розы пластиковые. И вот такие тоже интересные серединки. Таких у меня тоже еще не было. Тут, это я уже поразбрасывала, камеи. Так, сейчас достану большую, красивую, такая с розочкой. Вот. И черную. А тут что у нас? Вот, это для сережек. Для брошек. Еще есть вот такие для сережек. И для брошек остальное. Так, тут вот такие серединочки. Совушки. И вот такие сеточки когда-то все искали, чтобы делать серединки из бусин. Обязательно покажу вам мастер-класс, как делать такие серединки. Здесь вот такой подарочек. Красивый. Девочка. Это Лол, по-моему. Да, это Лол. Не видела еще таких Лол. Смотрите, какие интересные. И этот чемоданчик. Все. Еще у меня есть эко-кожа. Не помню, заказывала я ее или нет. Очень красивая. Северное сияние, по-моему, называется. Вот зеленая, розовая и желтая. Желтая прям нереально красивая. Вот, девочки, что хочу сказать. Все, что было до эко-кожи, это был подарок. А вот здесь уже то, что я заказывала. Давайте смотреть, давайте я вам покажу. Здесь у меня есть камеи.
даже упаковано все по 10 штук. Вот такие поменьше и побольше. Это тоже я брала для брошек. Меня заказывали часто для взрослых брошек. Есть, кстати, у меня мастер-класс. Оставлю ссылочку, заходите, смотрите. Еще мне пришли вот такие гирлянды. Конечно, поздновато, но ничего страшного, Рождество впереди. Очень они мне понравились. Сейчас я достану одну. Можно сказать, что я в них влюбилась. Вот. Длинненькая такая. Здесь она включается. И у нее есть три режима. На веночке очень красиво подходит. В этих пакетиках у меня стразовый декор для шапочек. Специально для шапочек брала маленькие серединочки. Вот здесь Китти. Китти такая вся гламурная. Тут короны. Не хочу открывать, так вам покажу. Вот короны. Кстати, это все можно пришить для надежности, чтобы ничего не отвалилось. Это такие же короны. И вот такие маленькие серединочки. Тоже для шапочек. Камера не фокусируется. Вот. И еще здесь у меня есть вот такой пакетик. И у меня есть одна интересная задумка по поводу этих заколочек. Взяла короны. Не помню, по-моему, еще сердечки. Да, вот сердечки здесь есть. Вот такие. И, по-моему, все. Короны и сердечки взяла. А, вот есть еще вот такое сердечко. А для чего они мне нужны, вы узнаете в следующих мастер-классах. И вот, собственно, все. Я очень сильно довольна. Юлечка, спасибо большое за подарочки. Ты мне прям балуешь-балуешь. Ну а на сегодня у меня все. Понравилось видео, ставьте большой пальчик вверх. А если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, потому что впереди будет еще очень много интересного. До встречи в новых видео. Всем пока!